Котя, да? О, услышала, да, Ктулхов Таган? Таган. Так, ладно. Куда нам нужно идти сейчас? Закрыто. Закрыто. Так, ладно, смотрим дальше. Наше любимое прохождение. Так, дайте печи, столовую, которая... Идите на палубу. Окей, ладно. Здесь, в принципе, я чуть-чуть не дошел, чтобы касцена, видимо, не началась. Опа, видела это дело? И как это... Смотри, чувак заваривает за мной дверь. Ага. Вот мудак, а. Чтоб ты не зашел. Боже. Боже, нет! Господи. Фига, он огромный. Держаться нужно. Да нет, вроде. Иди вот. Я так понимаю, нужно, чтобы он появлялся здесь. В передней части судна, и я по нему палил из пухи. Здесь. Ну, как Кинг-Конг какой-то. Беги. Сколько раз, интересно, так нужно будет. В общем, просто вот так нужно здесь стоять, ждать, пока он появится спереди судна и стрелять по нему. Сейчас еще хильнемся, пока быстренько. Все. Сколько интересно раз так по моему стрелять нужно будет.
так качает, мне ничего делать в этот момент. Я просто получаю урон. Больше одного раза выстрелить. Все, наконец-то. Блин, да он бы уже утопил в 200 раз этот корабль. Только что он это и сделал. Он почему-то, видимо, смог только из... После того, как в него всадишь там 10 снарядов. Вот смотри, Биошок. Первый так начинается. Все, это последняя локация. Когда пришел враг, мы выслеживали их по странным следам, которые состояли из 5 круглых. Они были слепы, но обладали выдающейся чувствительностью к движению и звуку. И звук. В бою эти существа могли с удивительной точностью пользоваться. Офигенный звук. Мы смогли дать им достойный отпор лишь тогда, когда было разработано мощное энергетическое. После этого нам удалось загнать их глубоко в катакомбы под базальтовыми башнями и запечатать все входы. Непонятно, что сейчас рассказывали, но что-то рассказывали. Да, я тоже не особо поняла. У меня такое ощущение, будто мне просто сейчас локацию показывают, типа вот иди сюда, потом сюда, потом сюда. Я играть хочу. Зачем мне вам этот, как это называется-то? Тест графики показывайте. Я знаю, что у меня там будет 100-500 FPS. Так, неужели я правда видел то, что видел? Или это была еще одна галлюцинация? Больше я не могу быть в этом уверен. Разумеется, такие вещи просто не имеют права на существование в нормальном мире. И все же, как может человеческое воображение, даже воображение безумца, создавать такие ужасающие образы? И почему некоторые вещи, образы, слова, которыми они пользуются, кажутся мне такими знакомыми? Вот что меня больше всего беспокоит. Может, они как-то связаны с моим потерянным воспоминанием? А если это так... то что же со мной творилось все эти 6 выпавших их жизни лет, и было ли это на Земле. Нужно взять себя в руки и поискать переживших кораблекрушение ранее. Надеюсь, на этой дьявольской скале я не один. Да один с этими тварями. Давайте чеку.
Я уже имел возможность увидеть, что они делают с незваными гостями. Окей. Погуляем по рифу. Надеюсь, здесь будет тупо коридор. Без каких-либо сильных развилок. Почему-то так приятно. Коридору идти. О, у меня оружие осталось. Оп. Вот этот нежданчик. Когда я говорил про развилки, я... Так, пропустить. Я имел в виду влево-вправо, а не вверх-вниз. Не, вот реально вот... Сейчас. Только я хотел сказать, что типа как приятно по этому коридору идти. Ну, как-то мягко ощущается. Не знаю, как по-другому сказать. Так сразу провалился. Фиг эту яму увидишь. Вот смотри, ты видишь яму? Ну, если приглядываться, если бы ты мне не сказал, я бы не увидела здесь яму. Если именно приглядываться, и после того, как ты мне сказал, да. Вот, а я так видно. Вот иду, я даже не заметил. Ну во-во, да, да это черт. На самом деле тут тише. О. А, тебя шибанет. О, сейф, сейф, пожалуйста. Сохранить быстрее, потом рассмотришь. Я же даже вздрогнул, не ожидал. Сейчас починимся тогда сразу. Я починиться не могу. Здесь дует сильный ветер, и впереди укрыться негде. Нужно быть поосторожнее. Что, может сдуть, что ли? Эти капитаны поклонялись подводным богам, принося им человеческие жертвы. И еще все. Но взамен не получают много. Что случилось? Что случилось? Неужели? Вот это повезло! Человеческие жертвы? По-моему, ты перепил. Воу-воу-воу-воу! Там что-то... Ну! Смотри, как везет. Обрушилось, и я не упал. Все, сейчас кажется, что я вообще даже не туда пошел, куда надо. Сразу починимся, насколько можно. Интересно, кто оставил аптечку здесь? О. Ксюш, давай. Как мы сделаем. Короче, бери прохождение и давай читай по предложениям. Я по этому лабиринту, мне уже не хочется ходить. Я знаю, что там чем-то еще занимаешься, как бы я отвлекаю тебя, но будь другом, помоги мне. Не занимаюсь, просто я развалилась на диване и как бы, ну... Телефон в руки возьми. А телефон, как я буду? Я не буду смотреть, когда что ты делаешь. Ну, я... Просто мне, например, не очень удобно одновременно и... Так ты и телефон возьми. Нет? Так я с телефона ей. Ой, ладно. Ну... Похоже на площадку, идите. Здесь дует сильный ветер, и впереди укрыться негде. Нужно быть поосторожнее. Так-то в идеале бы... Здесь какой-то... Между скалами. Где очень сильно дует ветер. Сначала оттуда идите прямо на площадку, блин. Прямо на площадку-то. Вот так, что ли? Да, вот туда, прямо на площадку. Эти капитаны
Такое ощущение, будто в какого-то мидбоя играю. Один неверный шаг. Здесь дует сильный ветер, и впереди укрыться негде. Нужно быть поосторожнее. Да. Это же все понятно. Все. Здесь дует сильный ветер, и впереди укрыться негде. Нужно быть поосторожнее. Просто пропрыгать. Что за диски? Странно вырезанный диск. Он бросил что-то в воздух, который выходит по другую руку и принял. Да. Да. Так, ладно. Здесь дует сильный ветер, и впереди укрыться негде. Нужно быть поосторожнее. Похоже, эти капитаны поклонялись подводным богам. Да, в прошлый раз здесь прошел, у меня ничего не обвалилось. Здесь дует сильный ветер, и впереди укрыться негде. Нужно быть поосторожнее. Да что ты? Сейчас просто тупо не перепрыгнул. Здесь дует сильный ветер, и впереди укрыться негде. Нужно быть поосторожнее. А, вот я вижу выделенное все. Так, пропуск. Странно вырезанный диск. Он бросил что-то водное в поток. Так, пауза. Дальше-то что? Далее идите по второй тропе. Сейчас нужно сохраниться, чтобы больше туда не ходить. Так, далее идите по второй тропе. Да. Так, все, есть. Вижу. Так. Далее идите перед деревянным настилом, сверните влево. Окей, сюда. По боковому проходу до небольшой пещерки. Ай, срамо. Опять это что-то проникло к тебе. Старый блок. Ух ты, смотри. В гравировке не хватает диска. Так, у меня есть диск. Блю-рей. Чего? Не туда, блю-рей. А, о. Этот рычаг — единственная вещь из груды сокровища, сделанная... Груда сокровищ. Похоже, здесь описывается способ вызова рыболюдей при помощи бросания дисков в океанские волны. Так, ладно, так дальше что у нас?
После чего возвращайся, когда спустись, пока... Так, возвращайся на основную тропу. Окей. Чё? А как она? Ты можешь её снять? Нет. Да не могу, они так забавно приклеиваются к тебе. Мне не очень забавно. А мне забавно. Мне вообще кажется, что ты их видишь раньше, чем вижу я. Ну, в плане того, что вроде вот такое ощущение, будто ты засмеялась, но вот так приклеилась, оно. Нет, я просто вспомнила, как она тогда прилипла, и она сразу же тут и прилипла. Так. Где-то здесь должна быть аптечка. Так, пока чинимся. Так, когда спуститесь по каменным ступеням, сворачивайте вправо в низкий туннель. Так, туда не пройти. А, вот он. Пипец, его не видно. Этот, смотри, ты бы увидел, что сюда можно пройти? Нет, точно бы нет. Слушай, тут все такое одинаковое. Дела. Так, печак. Здесь в камне пластина. Отсюда что-то вынуть. Вот смотри, видишь эти мостики выехали. Не двигается. По-моему, тут встроен таймер. Не двигается. По-моему, тут встроен таймер. А, смотри, может, нужно держаться. Пять. Держись, чувак. Идем дальше. Пытайся. Так, пока стоим. Так, будем... Где можешь сохраниться? Бегите как можно быстрее дальше, поторопись, чтобы успеть пройти через ловушку по мостилу. Выйдя к мосту, используйте блок на веревку. А, чтобы опять тарзанка. Тарзанка потом дальше будет. Оп. Это чтобы не сдуло. Так, ладно, побежали. Используйте блок на веревку. Вообще-то можно и на руках так сделать. Просто руками. Он падает хорошо. Так, я туда хочу. Пролезть. Не могу. А, ну, блин, можно просто обойти. Я не понимаю эти символы. Я не могу его взять. Когти прочно удерживают камень в оправе. Пока я не узнаю, зачем это нужно, трогать ничего не буду. Так, ладно, а мы сейчас... Так, в котором стоит... Переведите надпись с помощью книги. Похоже, это карта. Нужно нажать на кнопку, чтобы активировать последовательность. Так, переведите надпись, потом ставьте брошку из белого... А, вот, смотри, помнишь, брошка. Точно. Какой-то инфузорий, туфельку. А, вот. Да-да-да. Я не могу его взять. Когти прочно удержат. Похоже, это карта. Нужно нажать на кнопку, чтобы активировать последовательность. По-моему, я запустил какой-то механизм с обратным отчетом времени. Так, на паузу. Так, обратите внимание на красный камешек в полу, это указатели пути. Далее прыгайте на выступ. Переправьте. Ага, красный камешек, указатель пути.
Так, сейчас. Прыгайте и перебирайтесь на край моста. Прыгайте на выступ, перебирайтесь на край моста. Так, на какой выступ? Туда или? Так, наверное, вот так. Сейчас упадешь. Нет, не упал. Так, камешки. Окей, ладно, камешки. А почему ты не можешь добрать? Они просто показывают. Ты бы их подобрал, а потом бы в ломбард отнес. Что за звук странный? Черт, нужно обратно вернуться. Все, наверное, я и так. Без указателя пути смогу, наверное, пойти. Ладно, блин. Черт, надо было быстренько просто пробежать. Ну, вставай с колен. Так, вернулся обратно, ладно. Придется еще раз кнопку нажать. Починиться сначала, потому что сраные крабики меня немножко поломали. Похоже, это карта. Нужно нажать на кнопку, чтобы активировать последовательность. Так, дальше туда. Прошел. Так, и сюда. Камень не встает на этот пьедестал. На этот пьедестал. 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 PewDiePie. Когти сомкнуты. Пьедестал. Я не могу установить камень на место. Это больше на рога похоже, этот блядь, а не на когти. На тот, что в другой комнате. Так, что нужно сделать-то здесь? Ой. Сколько там еще много до конца игры? Нет. Когти сомкнуты. Я не могу установить камень на место. Блин, тебе надо разжать их, наверное, как-то, нет? Этот пьедестал похож на тот, что в другой комнате. А, мне нужно было по времени быстро пробежать. Нет. Когти сомкнуты. Ты что, застрял? Я заблудился. Нужно просто сделать это очень быстро. То есть пока, видишь, красненькие горят. Угу. Да блин, все время здесь. Быстро! Тут видишь, куда идти. Твари. Один раз укусил, смотри, он. Вот, видишь, разомкнутый. Ага. Все. И чё? Ничего не происходит? А, нет, нет, сейчас. Все, нужно дождаться пока. Ну все. Я не могу его взять. Когти прочно удерживают камень в оправе.
Это статуя Дагона. Снарядов, которые я ему в морду запустил, здесь нет. Так, ладно. Блин, пипец, на одном предложении. Ставьте, вложите в него, и вам откроется дверь. Я не могу его взять. Когти прочно. Что-то мне подсказывает, что нужно еще раз теперь пробежать. Двери не откроется. Если меня раньше не убьют эти сраные корабли. Блин, почему мне дома чай вкуснее, чем на работе? Хотя вроде один тот же. Дома все вкуснее. Может, просто не нужно было зеленый камень забирать? А, ну, раз ты его забрал, значит, его можно было забрать. Ну-ка, не там, знаю, по-моему, не сказано было. Логики этой игры. Там не нужно было забирать камень. Ну, по крайней мере, вы... Верни его. Да, я сейчас тоже так думаю. Блин, может загрузиться? Смотри, чтобы они тебя не убили. Я проще загрузиться. Потому что... У меня аптечек нет, ничего нет. Я немножко рано упал. Это, наверное, Байкал, раз такая прозрачная вода. Не исключено. Так. Дыр-дыр-дыр. Хорошо, можно пропустить было анимацию. Так, не будем трогать камень. А, сначала нужно. Похоже, это карта. Нужно нажать на кнопку, чтобы активировать последовательность. Все, бежим. По-моему, я запустил какой-то механизм с обратным отчетом времени. Так, ну. Блин, пипец его иногда колбасит. С чего? Никого нету. Алло, все. Да, видимо, не нужно было зеленый камень снимать. А смысл тогда? А вот. Ну, возможности. Ну, чтобы как бы. Ну, возможность есть, а нужно ей пользоваться или нет, это, блин. Нет, говно. Это нормально? Нет. Да. Нет. Ну, это, по крайней мере, к реальности приближено. Нет. Как нет? Нет, это говно. Когда нам дают возможность, а пользоваться ей нужно или нет, зависит от игры, от контекста нет. Игры, но это нормально? Нет, 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 нет. То есть падай ты... вниз, умирай. Нет, не хочу, я же не сохранился. Возможность, давай, падай вниз и умирай. Ай... Возможностью пользоваться или нет? Из этой дыры дует сильный ветер. Ну и дыра. Ну и дыра.
Так, дует сильный ветер. Тут должна быть шутка про мамаш-то. Почему мамаш? Я девочка и не школьник, поэтому я не могу позволить себе такие шутки. Я, наверное, понимаю, к чему ты клонишь, про какие дыры. Но ты себе уже эту шутку позволила, то есть. Я вообще-то еще не пошутила. Ты намекнула на нее. Ну так намекнуть, это пошутить. А я намекнул, что я посмеялся. Так. Доберитесь до большой дыры, с которой выходит столб воздуха. Залезайте в нее. Блин, вот как вот можно было догадаться, что, ну, в принципе, из... Залезать в нее? Из безысходности ты, наверное, в нее залезешь. Это глубина. Я даже не слышал, как он одно... А сейчас к ядру земли долетит. Нет, он катсцене. Так, вот вперед идти. Так, наш. Такой упати. Пец у него приходы. Так. Сохранив игру в пещере, оттуда видно, как подводная лодка. Так, ладно, не буду. Прям. Биошок Инфинит. Нет. Как фанат Инфинита могу сказать, что нет, нет, еще раз нет, определенно, однозначно нет. Как не фанат? Говорю, что? Похоже. Нет. Он летел, ручками размахивал. Нет. Дат. Нет, 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 нет. Так, где сохранится-то? Ладно, просто идем вперед. Красивенько. Нужно отключить этот барьер. Как он узнал, что это барьер? Я думал, это просто красивенько. Ну, смотри, красивенько. Ну, рыбки поближе подойди, хочу на рыбу посмотреть. Не, я думаю, низкополигональные рыбки тебя не очень вдохновят на созерцание красоты. Ну. Ну, привет, сэр. Мы не ожидали, что вы так скоро вернетесь. И? И все. Он подумать должен. Мой брат вел детей на молитву вместе с матерью. А ничего, с аутистом? У нас нет времени на суеверия. На улицах патрули, а орден отступает. Скоро они узнают и об этом месте. Я обеспечил надежную охрану храма. Главный коридор в тюрьму патрулирует много человек.